Всем привет! С вами Елена Родионова и мои золотые ручки. Начинаем мастер-класс по изготовлению шкатулки для рукоделия. Мастер-класс получился очень большой, и это еще не конец, незавершенное изделие. Поэтому я разбила его на части. В первой части мы поговорим о том, как сделать крышку и дно из картона и обклеить их обоями. Выбираем подходящую форму, какую вы хотите обплести и размер, который у вас должен получиться, готовое изделие. Вырезаем 4 детали. Две детальки прямо по донышку, один в один. И две детальки на 0,5 сантиметра больше с каждой стороны. Вот настолько побольше. Из обоев мы вырезаем квадраты, чтобы обклеить наши картоночки. Обычный канцелярский клей, если он очень густой, разбавляем водичкой. Чтобы картон лучше приклеился, мы сначала его смазываем, весь хорошо промазываем и оставляем сушиться, пусть чуть-чуть подсохнет. Берем обои и точно так же намазываем их клеем. С этой стороны клей может быть еще пожиже. Намазываем вплоть до края. Прикладываем прогрунтованной уже стороной к обоям. Краешки пока не приклеиваем. Когда край подсох, так как у нас уголки закругленные, мы срезаем лишнее. И вырезаем вот такие треугольнички. Самое главное, не режьте до самого конца. Оставляйте чуть-чуть здесь расстояние не прорезанное. Осталось нам наклеить.
Поверхность обоев у нас вот такая бледненькая. Чтобы ее проявить, мы берем вот такую пасту. Паста с античным эффектом. И наносим ее спонжиком. По краям побольше. И на цветочки. На края наносим побольше и просто размазываем. Краешек обрабатываем дополнительно, чтобы он у нас коричневый получился. Вот что у нас получилось. Вот две крышечки не обработанные и две обработанные. Стали более выразительными и яркими. Я покрою потом и эти, все покрою также. Но вы можете оставить первоначальные ваши обои. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. В следующем видео я покажу и расскажу вам, как задекорировать крышку для шкатулки для рукоделия.